Доброе утро. Что-то не похоже, что они добрые. Что-то Анечка вчера недовольна. Я не дала съесть йогурт. Не знала, есть вот это вот нут. Ну, там немножко было мяса. Ну, в общем, это белок для наших мышц, чтобы сегодня допереть 20 километров. У нас сейчас будет утренний подъемчик. Вон туда. Какая подстава с утра. Вот это меня вообще всегда радует. Идешь такой, блин, с последних сил поднимаешься. И потом... И по прямой. По 14 градусов подъем, а спуск 18. То, ради чего мы идем. Вот ради таких видов. Мы бы на машине с тобой это проскочили вообще, как мне фиг делать. Последний момент. Че? Бежит. Попой кверху. Как-то думали в этом альберге кофейку попить. А это вообще казался госпиталь. Не, ну там остановиться тоже можно, там немножко мест. Но там просто кофе за донатива. А у нас закончились монетки. Тут как повеселее пейзажи сегодня. Как-то так пободрее. Понте-Фитеро какой-то мост. Ты мой сладкий, ты мой маленький перегринчик. А что пишет? Это последний мост в Бургасе. Сейчас будет Палентия. А, то есть мы сейчас что-то перешагиваем. Границу, можно сказать, по реке. Ну, вот такой мост есть прям. С лягухами. И Терра де ла Вега. Деревушка, которая нас напоит кофе. Только ради этого идем по утрам 10 километров. Да. Капает. На меня капнула крупная капля. И на меня капает. О, еще капает. Сейчас 10:50. Ох, еще, еще. Кажется, мы встретили дождь. Впереди нет вообще никаких городков. То есть это 10 километров без укрытия придется идти. Самые смелые идут под дождем. Упаковались. От дождя? От дождя все. Короче, пошел ливень. Ну как ливень, ну так, промочил дождик такой. И в общем все нарядились дождевики. Пончо. Не очень, да. Ну я не стала брать такой пончо, он у меня был, потому что он весит 400 грамм. И... А вот это вот у меня дождевик весит 130 грамм. Пойдем так. После дождичка. Птички летают низко. Будем надеяться, что мы эти 80 километров пройдем, короче, без, не промочив ноги. Это самое главное. Потому что ботинки у нас не водозащитные. Переплавы не для транспорта. Ага. Ну вот там вот прям есть такие пороги. Короче, далеко он течет. Он такой рукотворный. У него, кстати, такая скорость хорошая у канала. Тебе говорится, что они, скорее всего, сюда сгружают. И урожай. Какие-то нет. И урожай. А что ты его? Это же хоть какое-то развлечение тут на пути. Потом идем. Конца и края не видно. Вот мама хоть тоже фоточку сделает. Ну что, вон. 4 километра осталось. И все. И мы сейчас вниз.
Бегом, 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 бегом. Асита опять всех рассмешит попкой кверху. Да? Давай догоняй. Камино, ферито. Особенно вот это вот. Эта сгущающаяся херня. Вообще. Хочется как-то проскочить очень быстренько этот оставшийся кусочек и не замокнуть. Потому что ветер сейчас в лицо. И как-то вот кажется, что это вот все гонится на нас. Вот там какая вереница за нами людей. А у нас уже забронированный альберг. Собака лучше друг человека, по мнению хозяина. Смотрите, сколько здесь пуха тополиного. Вообще. Так хочется взять и поджечь его. Бросить спичечку под ветвью. Котик. Сидящий пилигрим вон. Сидит, отдыхает. Место отдыха пилигримов. Там какой-то круг, типа, воду себе добывать. Ой, пойдем позырим. Нужно крутить круг. Древнее развлечение. Там, смотри, тоже аисты. Вон, на крыше. Угу. Вон. После камина, боюсь, родит кто-нибудь. Почему? Ну, аистов столько. А вот, думаю, приятно идти и знать, что осталось всего 300 метров. Выходишь, и тут тебе такой на завтрак вид. Ух ты. Ух ты, какой у нас тут альберг сегодня. О, buenas. Бассейн. Эх, я уж думала, сегодня я точно ножки туда опущу. They can sleep inside the room with the dog, but sometimes we have problems because something. Oh, все, отлично. No, no te preocupes. Deja de momento, es que está recién fresco. Помыли полы, поэтому пол еще макроват. Мы сейчас подождем, пока он высохнет. Мы здесь можем. Да, 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 да. Рюкзаки, да. Vale. Y los baños y la ducha están dentro de las habitaciones. У нас будет такое местечко сегодня. También hay armario, ¿eh? La llave, pues, y nada más. Y dentro de un rato que se seque esto vengo y pues claro, ya los cochines. Когда все нам положат матрасы. Давай расскажем, чем мы сейчас целый час под винишко занимались. У нас был кувшин вина. Потому что без него решить проблему вообще было просто невозможно. Три айфона. Два хреновых интернета. Да. Калькулятор. Ну, на одном айфоне. Вот и поговорили. Которых мы покинули несколько дней назад, ну, поскольку мы проехали на такси, они вроде бы как шли пешком. Вот меня лично немножко терзают, там совесть немножко теребит где-то, что типа вот все люди такие идут, а мы вот хоп, и на так 102 дня проехали. Но... Они тоже едут на такси? Некоторые тоже, да, подбрасывают на такси. И вот то, что первый день мы там обсуждали мальчика-автостопщика, сейчас мне уже это все, в общем, не хочется обсуждать, потому что реально у всех свои обстоятельства. Мы, короче, сели, просчитали на калькуляторе. И дважды в итоге мы должны проехать на поезде. Да, нам нужно сделать, поскольку на автобусе у нас не вариант с собакой. Короче, его, да, его не берут, поэтому нам нужен поезд. Ну вот чем ближе сейчас к Сантьяго, тем больше каких-то возможностей и развязок железнодорожных. И у нас будет возможность проехать порядка 100 километров. Ну, мы так и планировали, но вот мы наконец-то сели и включили мозг и просчитали все наши остановки дальнейшие, по крайней мере, на 10 дней вперед, и где нам нужно сделать заброски и выброски. Асита, а нам туда нельзя. Знаешь, наш бог, он любит всех, но собак священники не пускают на порог.
Боже, боги, боги, боги. Как это все можно съесть? Боги, боги, боги. Да, да. Ну, такая порция. Да не очень большая, это просто ножка. У меня просто рыбка. И просто рыбка, и все счастливы, и все едят.